Братья и сестры, здравствуйте. Уходит старый год, начинается новый. Что вам пожелать? Будем не банальны. Счастья, здоровья вам пожелают и без нас. Возьмем Евангелие, откроем его на 13 главе Евангелия от Луки и прочтем следующие слова. «Сказал сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней». И не нашел. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее. На что она и землю занимает? Но он сказал ему в ответ, господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу ее навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, в следующий год срубишь ее. Евангелие Луки, 13 глава. Это сразу после рассказа о том, как побила башня Силаамская, рухнувшая много людей, и как римляне убили приносящих жертвы, смешали их кровь с кровью жертвенных животных. И Господь там говорит, если не покаетесь, все так же погибнете. Вот нам дальше, значит, притча об этой неплодной смоковнице, растущей в винограднике. Дерево вообще-то очень такая образная вещь, но конкретно вот деревья сколько. И каждое дерево похоже на человека. Оно должно плодоносить, укрываться листьями, пользу приносить, освежать воздух, давать тень. Если это фруктовое, плодовое дерево, давать плоды человеку. И бесплодное дерево обречено на проклятие, на посечение. И секира при корне древа лежит. Всякое древо, не приносящее плода, будет срублено и брошено в огонь. Это начало Евангелия, это слова Иоанна. Очень похоже на Новый год. Потому что вот садовник, этот виноградарь, говорит, что, значит, сохрани ее. А хозяин говорит, 3 года ищу плода на ней. Сруби ее. Зачем она землю занимает? Значит, ну, вступает ходатаем виноградарь перед хозяином. Может быть, это ходатайство сына перед отцом. Что виноградник – это дом Израилев и дом нового Израиля. Церковь Божия – это виноградник. А виноградарь? Это может быть и Господь Иисус Христос, ходатай Бога и человеков. Архиерей, зашедший во святая с кровью своею, который может умолять Отца о нас. Собственно, что он и делает? Умоляет Отца о нас и ходатайствует о нас, имея свидетельство крови своей пролитой. Значит, 3 года по закону еврейскому плоды деревьев в святой земле посаженных нельзя есть 3 года. Значит, даже когда они есть. Они есть, но их пока есть нельзя. Потом уже через 3 года можно вкушать эти плоды. А тут, понимаешь, 3 года прошло, нет ничего на ней, ни яблочко, ни санус. Это смоковница, смоквы нет никакой, никакого плода. Значит, это очень похоже на, как бы, на новогодние дни, потому что вот как бы подводится итог прожитой жизни в новогодние дни. И вот у евреев есть такой Рош Гашана, такой, значит, глава года. Это наш, если хотите, Новый год, это Рош Гашана, это тоже голова года. И Господь говорит, проверяет, взвешивает дела, говорит, ну какой смысл в этом человеке? Ну что с него толку? Ну ничего никакого. Хожу вокруг него, жду, что вот может быть какая-то милость, какая-то мудрость, какое-то покаяние, какая-то молитва, какая-то добродетель. Ну нет ничего, ну ничего нет. Да? Ну сруби его. Ну зачем он тут нужен? Слышите, это очень важные слова. Евангелие не нужно воспринимать как какую-то сладкую сказку или какие-то добрые слова про то, что всех простили. Нет. Это очень жесткие слова о том, что нет плода, ну и руби ее. Незачем землю занимать. Земля дорогая, а ты бестолку здесь растешь. Но садовник вступается перед хозяином и говорит, я ее окопаю и обложу навозом. Ну, то есть унижу. Если это человек, дерево, если это образ человека, то я унижу его. Я дам ему смирительные средства. Я сделаю так, что он смирится и, может быть, через смирение поймет хоть что-нибудь. И плод принесет, и других пожалеет, и другим поможет, и начнет каяться и молитву Богу приносить. Может быть, окопаю и обложу навозом. Ну, а если нет, срубишь ее в следующий год. Вот слова, по-моему, прекрасным образом подходящие к Новому году. Есть плод, нет плода. Ну, так руби, Господи помилуй, как руби, я не готов еще. Ну, так окопайте его и навозом обложите, да, может быть, плод принесет. Ну, а если нет, в следующее лето срубишь его. Пандемия
научила всех слышать о смерти и говорить о смерти, но не научила следующего, важного и главного, не научила каяться и молиться, не научила переоценивать себя в свете Слова Божьего, не научила принести Богу покаянную молитву и покаяние. Об этом никто не говорит. Говорит, вот умер Градский, вот умер там, значит, там кто-то еще, там, вот умер там, значит, кто-то, артист такой, значит, вот умер. Да нет, чтобы сказать, слушай, ты умрешь. Умрешь быстрее, чем думаешь, если не покаешься, не исправишься, не принесешь Богу молитву, покаяние и прочее. Никто не говорит. А это Евангелие, это правда. О смерти бестолку говорить, если сразу после смерти, после слова о ней, не говорить о покаянии и исправлении. Чего пугать бестолку людей? Помрут и так все. Но хочешь напугать, напугай и скажи, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. А что еще лучше можно сказать в Новом году? Что еще лучше? Бум-цик-цик, дзынь-дзынь-дзынь бокалами, джингл-беллс, трали-вали, неважно, не работает. Если плод не принесен будет, срубит Господь в следующее лето. Аминь. До свидания.